Франко! Надо, Франко, не бери грех на душу. Уйди! А если другие тут почуете, сюда сразу прибегут. И он же и так уже не живый. Филипповна, гляньте, живы те не. Зосенька, дитя там плачет. Что наробила? Боже мой! Чего ты? Ничего. Ты забил это и копай. Твой грех. Чего? Ой, брони боже. Ладно, хватит. Так этого года забросаем. Не хватит. Копай, копай. Хоронить так хоронить по-человечески. А ты ему еще крест на могилу поставь. И поставлю. Немец не немец, а человек все-таки. Жалко. Это кого тебе жалко? Фашиста? А они нас жалели? Когда жгли, когда убивали? Откуда ты знаешь, что это он убивал? А ты откуда знаешь, что нет? Живой. Ну, тише, тише. Так, тихо. Успокойся. Ну, успокойся. Ну, потерпи. Терпи. Не, бабоньки, не удержим мы его. Может, ему еще самогонки, а? Не поможет. А может, веровками его обвязать? Да кусяро наш, дрыгаться будем. Да вставай, давай. Давай, давай. Мои дети. Я даже во сне их живыми не вижу. За что мне все это? Лучше бы и меня тогда вместе с ними сожгли.
жить. Почему этот немец живет, а они нет? Неправильно это. Неправильно. Ну, поплачь. Поплачь, миленькая. Легче и будет. Поплачь. Франко! Успокойся. Успокойся, Франко. Он и сам ледь на ниточці тримається. Он рана якая. Може, його зараження крові уже. Помре. Сам помре. На все воля Божа. А где твой Бог раньше был? Божешки. Тихо, 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 тихо. Не пужайся, не пужайся. Давай, ешь. Ну, чего ты, хлопец, бери. Теперь ты сам можешь, коли очухался. О так во, о, о так во. Ага, ну. Тихо, тихо, тихо. Тут треба. О, так, ну. Ага. Ну і добре. Ага, во я ще. Крижик твой.
Это твой. Давай. Ешь, ешь. Господи. На. Утром назбирала. Парочки много у нас, ешь, не жалко. Вкусно? Танка. Я Зося, а ты? Зося! Меня зовут Зося. А тебе як? Ганс, Фриц. А может Адольф? Nein, mein Name ist nicht Adolf. Ich bin Richard. Richard? Як это по-нашему будет? Ригор, что ли? Ригор? Ну так бы и казал, это Адольф, Адольф. Это ты сам сделал, да? Das ist für deine Tochter, für die Kleine. Красивая. Саша! Ешь парочку, Ригор, ешь, вкусная. Трошечки, добре тепер, о, добре. Ну, як? Тут. Слезай. Слезай! Ты что, сдурнела, хай робить? Может, выйдешь, что мужик же ж? Какой он тебе мужик? Ну, уже як и есть. А как он вышел? Не ведаю. Это я, наверное, дверь забыла закрыть. А ты зачем ходила? Ригору парочки занесла. Какой он тебе Ригор! Ты что робишь, девка-то, причин? Милая, успокойся. Все будет доброе.
Все будет добро, милая. Тихо, 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 тихо. Зосенька, тихо. Стой, 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 куды, куды, куды? Куды? Давай, давай. Куды, куды ты пошла? Давай. Ой, Гедри, куды ты побегла? Давай, 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 давай. Что такое, Франко? Немец где? Не знаю, а что? Нема нигде. Може, утек? Утек, так утек. И дякуй Богу. Ну, нек. Мог бы и сказать. Фиш! Цуд! Ой, який цуд, а! Ура! Дануська, гляди! Давай, Дануська, перша. Ну, конечно. Давай. А студить треба, малый? Постудим. А мы, коли с мамой, с батькой на речку збирались, на. Так само в углях запекали. Ага. Смачно было. Ой, так это же посолить можно. И уху. Да. Уху обовязково звать. Bei uns gibt es auch solche Fische. Aber eines ist erstaunlich. Bei euch sind sie viel größer. Größer. Что мне поможет, а? Ухи хочется. Ну, любит. На, я тоже люблю. Ешь. Да, все любят. А? О, Франко, садись. Як раз гораченькая поспела. Это ж кольки рыбки не ели, а? О, на. Вот так, давай.
Франко. Ну зачем? Пора ему от нас. Пора. Партизаны есть? Няма. А мужики? Няма. Одна. А ну иди туда. Не треба, пожалуйста, помогите! Пошли! Пошли! Что ты? Ты шваль!
Thank you.
Пан, мы повинны поесть. Я дам вам чугуны, а не в хате. Гануся, дай чугуны. Может, поможете похоронить? Нам надо поесть. Третий день уже. Я допомогу. Иди в дом. Ложись там на топчан. В шкафу найдешь, чем укрыться. Спасибо.
хозяином уже сговорився. Жить, Ганося. Жить. Держи. Подожди. А ну-ка, давай, давай, вставай. Вот так. Давай, давай, вот так. Может, на, возьми, хлеба поешь. Не треба. Мясо ж мазил, и оно сырое было. А ты из плена бежишь? Як здогадались. Да ты не бойся меня. О, да у тебя жар. Господи. Когда же это все кончится? Слушай, парень, говорят, немца назад гонят. Отступает он. Мне у Шиловича треба. Там мати. Конечно. Подожди. На, возьми. Иди ложись в кровать. Тебе надо отогреться и отдохнуть. Где есть вода? Вода, пить. Thank you.
воды. Скажи, а ты ведаешь, як обыходятся с людьми у лагеры? Их трымают там, як скот. Каб яны забылися, кто яны и откуда. Я николи не думал, что так может быть. Что с людьми так могут обыходиться. У них там ничего нема. Яны никто. Я коли сбег с лагеру, я убачил млечный шлях. Я кручу по зорах до дому на усход. Ты много не говори. Меня кличут Владимир Ермолицкий. Я повинен знасти мати. Я ей имя Алена Ермолицкая. Я повинен ей сказать, что я живый. Тебе надо поспать. Откуль вы в этой хате? Мы с Минска бежим. Жена погибла. Я, Ганусья и Марина в деревню пошли. Это же мой дом. Я здесь все детство провел. Ты ложись. Вот так вот. Мы ведь хотели в партизанский отряд уйти. Ты поспи. Поспи. Меня появилась надежда. Пожалей меня. Как же я пожалею, если мою сестру немцы убили? Это не я. Это война. Мою дочь убила не война! Мою дочь убил немецкий солдат! Я никого не убивал. Я переводчик. Я дезертир. Я никого не убивал. Я переводчик. Я дезертир. Заткнись, немецкая свинья! Хочешь еще додому? Ты пришел на чужую землю, как бы грабить и убивать. А ты растешь вернуться до своей Гертруды.
А куда вернуться мне? А там людям? Sitzen bleiben! Кто живет тут? Люди живут. Оружие есть? Нет, оружия нет. Партизанин? Нет партизанин. Кто есть хозяин? Я хозяин. А ты кто? Заведующий солдат. Флитал из Deutschland. Aus der Gefangenschaft. Und wer bist du? Ich bin ein deutscher Soldat. Ich floh aus der Partisanengefangenschaft. Hast du Papier? Jawohl. Gibt es Partisanen im Wald? Sie sind weit von hier. Und dieser da? Говори, кто ты? Ты же называл меня немецкой свиньей. Я служил такой же немецкой морде, как ты. Пока мою сестру не повесили в Варшаве. Момент. Kennst du den Hausherrn? Sie wollen zur Part. Sie wollen zu Partisanen gehen. Er ist ein Verräter. Ein Deserteur. Für nach Deutschland zu der Familie. Nein, nein. Nein, das ist nicht wahr. Nein. Nein. So. Alle in Schuppen sperren. Los, und dieser bleibt erstmal hier. Ausführen. Komm schon. Komm, komm, schneller. Halt. Кто еще есть в доме? Где твоя сестра? Ее убили немцы. Abführen! Los, schneller! Alle los, kommt rein! Курва, фашист! Что? Пощадили тебя! Пощадили! Не надо, не надо. Все равно всем вместе помирать. Это они пусть помирают. Они поступают как звери. С ними по-звериному нужно. Мы люди. Люди! Да люди! Мою сестру повесили в Варшаве с двумя детками. Они висели, никого не подпускали. Кто проходил, глядел, то люди! Треба идти. Треба идти по зорах на усход. Никто уже. Отсюда живым не выйдет. Зорок в небе. Папа, папа!
Зачем? Зачем? Зачем ты это сделал? Ну что ты? Ты успокойся, девочка. Успокойся, все хорошо. Командир. Порядок, командир. Малой где? Да вроде только что был. Так, ну какого рожна ты здесь отдыхаешь? Ногу в кровь стер. Руки. Обувай. Все, за мной не отставать. Семен, порядок? Да. Василий? Здесь. Хорошо. Ну что, Семен, как твоя ножка? Идти сможешь? Или мы тебя здесь оставим? Смогу. До реки доберемся, по воде уйдем. Ты плавать-то умеешь? Не, не умею. Вперед. Держи. Ты что задумал, командир? Уходите по реке. Встретимся на болоте. Я с вами, Петр Алексеевич. Выполняй приказ. Бегом. Давай.
Петр Алексеевич вернется? А как же? Это, смотри, деревьев держись. Стой там! Я просто прошел мимо. Она висела. Прямо на улице. Я просто прошел мимо.
Я должен был подойти. Я не подошел, я испугался. Меня прямо повесили. Я просто прошел мимо. Ноги голые. Бусы красные. Как на праздник. Ей папа подарил эти бусы. Ей не нравились. Но на празднике она была такая красивая. Я должен был остановиться. Я не должен был подойти. Я прошел мимо. Сеня. Я не должен был пройти мимо. Я должен был подойти. Сеня! Слышишь меня? Ты ни в чем не виноват. Понял? Понял. А что это вы тут? Хватит сопли распускать. Рот закрой. Успокоился. Идти сможешь? Смогу. Точно? Точно. Вставай. Забирай. Вперед. Пошел. Вот у меня подруга была. Тася и звали. Видели бы вы, какая сдобная была. Просто булочка. Разве ж можно забыть? Только устроились, а тут муж. А что? Смотрите, чего нашел. Держи. Иголка сломана. Музыка отменяется, а обед нет. Здравствуй. Здравствуй. Хорошо тут на острове. А где тут остров? Реки же нет. Среди болот. Ты сегодня ешь, не стесняйся. А у меня вот две жены. С одной не успел развестись, а с другой не успел расписаться. Теперь вот не могу решить, до которой поехать. Обе любят без памяти. Честное слово. Сеня? Семен? Ой, так тепло. Пойдем, я тебя спать уложу. Как хорошо здесь. Тихо, спокойно. У него так голова не закружится? У него нет.
У него тренировка такая. Он знаете какой. У тебя невеста есть? Нет. Кто ж тебя дома ждет? Никто. У меня родители, учителя были. Я физиком хотел стать. Я бы хотел здесь навсегда остаться. Семен, подойди ко мне. Ты же физик. Попробуй, почини. Полынью пахнет. Полынь – это горечь утраты. Ты горишь? Нет. Мне хорошо. А вот бессмертник. Останавливает кровь. Заживляет раны. Да. Его цветы говорят о бессмертии души. Рябина даст и выносливость, и силу. Не делай этого. Цветы ромашки похожи на глаза. Если прикоснуться, она поведает многие тайны. Пойдем. Моя судьба. Моя судьба. Моя судьба! Thank you.
Семен, а? Тебе пора. Но почему? Это приказ. Ah!
Ты что, полковник, детство решил вспомнить? Лёшка с внуком приезжает. Думал научить его. Да ты что? Ха-ха-ха! Ну, здравствуй, Яша. Здравствуй, Афанасий. Здравствуй. Привет, дорогой. Рад тебя видеть. Взаимно. Ну, сам-то не разучился по мячу бить? Кто разучился? Ну, кто? Ты. Я. Да. Ну, давай проверим, кто ну, кого. Давай. Только аккуратно. Да ладно, не учите ученого, полковник. Опа. Хорошо. Опа. Слушай, так ты же не Яша, а просто Яшин. Опа. Алло. Здравствуй, Лёша. Да? Ну, ничего страшного. Ха, сердце. В порядке. Стучит. Да. Созвонимся. Что? Опять не приедут, да? Работа, говорит. Не успевает. Ну, работа – это важно. Яша, да не переживай ты, мелочи. Ну, приедут в следующий раз. До следующего раза дожить надо. Нет, никуда я не поеду. Полковник, отставить траурное настроение, отставить. Ну, а традиция наша? Ты уж не ломай компанию, нас там ждут. И потом я за Васькой хотел заехать, чтоб он хоть раз в жизни вовремя куда-нибудь приехал. Яш, ну, без тебя никак. Ладно, уговорил. Вот это другой разговор. Заключительный коронный удар короля. Итак, Яша, держите пас. Ребята, проверьте, пожалуйста, микрофоны. Стулья не трогайте, пусть там стоят. Да. Угу. Так, цветы. Маша! Машенька! Я тут. Ну, где ты бегаешь? Цветы где? Там, на столике. Молодец. Так, теперь проверь у малышей стихи, и чтобы слово в слово. Особенно у этого. Мишки, как его? Гвоздикова. Именно Гвоздикова. Ступай. Хорошо. Давай. Молодой человек, это места для ветеранов, встаньте. Добрый день, я фотограф. Сказали, надо пофотографировать. А, так это вы. Очень приятно познакомиться, Татьяна Николаевна. Я Петр. Очень приятно, Петр. Я вам сейчас все объясню. Сейчас соберутся наши ветераны, и мы должны сделать общую фотографию на фоне этого памятника. Посадим их на стульчики и сделаем общее фото. А зачем на стульчики? В смысле? Я могу выстроить хорошую композицию, ракурс подобрать. Мне надо композиции. Подождите, вы хотите из людей сделать статуи, а я вам предлагаю хорошую живую фотографию, такой честный взгляд, так сказать. Молодой человек, у нас свой честный взгляд. У нас традиция. Поэтому пусть будет все, как было. Простите, а можно вопрос? Да. А для чего вы вообще их делаете, эти фотографии? Они же одинаковые каждый год. Как для чего? Для истории. Чтобы будущее поколение помнили. А вы понимаете, что
лет через 20 для детей это будет, как для нас с вами, война с Наполеоном. Строчка в учебнике и все. А живая, хорошая, непостановочная фотография действительно память. Послушайте, как вас зовут? Петр. Вам деньги платят? Вот и делайте свою работу. Хорошо. Спасибо. А вы что стоите? Васильев, Королевич, не знаете, чем заняться? Я сейчас вам быстро найду работу. Так, Яша, руки прочь от этой кнопки. Не трогать. Я и не трогаю. На каком этаже, помнишь хоть? Да разберусь. Слушай, Яша, давай так. Давай я схожу один, ты посиди в машине, потом мы вдвоем спустимся, он тебя увидит, ты обрадуется, а? Если он спросит, почему один приехал, куда Якова дел? Я скажу, не знаю. Телефон не отвечает, дома никого нет. А, проблема. А знаешь, чего он подумает? Его кондрашка хватит. Ну ладно, я придумаю что-нибудь. Ну, слушай, ну, так хочется ему настроение поднять, а? Ты мне с утра настроение поднял, футболист хренов. Откупим, полковник, откупим. Все. Так, я пошел, ты сиди в машине и не высовывайся, а то чего доброго, через окно тебя увидят. Мужики, с праздником вас! Спасибо. И вас тоже с праздником. Спасибо. Простите, а вы к кому? Понимаешь, дочка, за товарищем я, сослуживцем. Зовут Василий Иванович. Он тут у вас на втором этаже живет, но палату я не помню. А фамилия? А король Афанасий Семенович. Да не ваши, товарищи ваши. Володько. Василий Иванович Качапаев, Володько. Так, вы присядьте там на диванчиках, а мы скоро спустимся. Ага, спасибо. Авиационный комплекс «Буревестник МБ». Замыкают колонну роботизированные комплексы «Богомол» и «Кентавр». Сегодня разработками и производством подобных систем занимаются несколько высокотехнологичных государств. Денег не будет. Да ладно, если так нет. Примета такая. Ты хрен с ним. Парадный расчет возглавляет майор Виталий Горохов. О! Для перевозки миномета и боевых. Ну что, нашли? Пользуется автомобиль Минск. Где Василий? Ты понимаешь, он... Что? Что он? Он не может. Что не может? Идти не может? Да нет, но... Ну, говори, не тяни резину. Ну, поет он. Как поет? Как? В хоре? В каком хоре? Слушай, Яша, ну хор у них там ветеранов с дирижером. Может, с оркестром? И с оркестром. Одним словом, все как положено. А сейчас еще и телевидение снимает. А что делать будем? Ждать? Ехать нужно, а то сами опоздаем. Все, садись, поехали. Погоди. Как поет? Он же глухой. Глухой. Глухой, ну не мой же. Все, полковник, садись, поехали. Угу.
Маша, скоро начинаем, будьте готовы. Ха, смотри, наши уже здесь. Вот он придет и приготовим. Мужики, здравия желаю. Здорово. Здравствуй, Яков. А как же дальше, Гришенька? На том и стоим. Здравствуй, привет, Саша, Афанасий. Привет. Здорово, Гриша. С праздником. А ты постарел? Я не постарел. Я созрел. Ой, созрел. Созрел. Здравствуйте, дорогие ветераны. С праздником вас. Здравствуйте. Спасибо. Мы подготовили для вас небольшую программу. Василий Иванович будет позже, приедет к общему фото. Прошу, садитесь. Спасибо. Спасибо. Ну, идем. Слыхал? Слыхал. Все-таки приедет наш певец-то. Дорогие друзья, сегодня мы празднуем самый великий день в истории нашей страны – День Победы. И, конечно же, мы не представляем этого праздника без наших дорогих ветеранов. Именно благодаря им мы одержали победу над фашистской Германией. Огромное вам за это спасибо и низкий-низкий поклон. А теперь отрывок из поэмы Твардовского «Василий Теркин» прочитает вам ученик 5 класса Миша Воздиков. Посмотри, какой подарок Василий приготовил. Он будет доволен. У него же коллекция. Да. Как баночкам с лопатком темная вода. Маленький концерт окончен. Еще раз поздравляем вас с Днем Победы! Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Ну и, наконец, традиционное фото на память. Прошу пройти к памятнику. Добрый день. Присаживайтесь, спасибо. Пожалуйста. Так, алло, сюда. Наталья, Татьяна Ивановна беспокоит. Да? Ну что, вы отправили Володько? Вы сюда, пожалуйста. Что-то Василий задерживается. Ничего, мы подождем. Дождемся Василия, а там и ответить можно будет. Само собой. На это дело он никогда не опаздывает. Как раз к застолью и будет. Ну, как всегда. Мужики, да. Мужики, тут такое дело.
Вот что я вам скажу, ребята. Да, сегодня еще один из нас ушел. Еще один. Но пока мы живы и помним, он всегда будет рядом с нами. И он, и все те, кто не вернулся с этой войны, будут стоять с нами в одном строю. А ну, встали, ребята, плечо к плечу. Гвардейцы, слушай мою команду. Равняйсь. Смирно. Все-таки хороший день был сегодня. Спасибо тебе, Афанасий. Да ну, а ты еще ехать не хотел. Ты чего ешь? Как думаешь, а завтра кто-нибудь вспомнит о нас? Ну, конечно. Дети вспомнят, внуки. Правнуки. Поздно уже. Поезжай домой. Афанасий!